Нижегородский университет всегда славился тем, что к нам приезжают ребята из разных стран мира. И уже сейчас мы их видим более 2200 человек. 81 страна – это те студенты, те представители, которые у нас учатся. Для нас очень важно в рамках данных встреч услышать, во-первых, как они себя ощущают в Нижегородской области, в Нижегородском университете, нравится им, что не нравится, какие задачи они перед собой ставят. Ну а с нашей стороны мы хотим услышать их мнение о том, что, может быть, в университете им не хватает, как мы можем улучшить их жизнь, ну и помочь социализироваться в том обществе, в котором они здесь находятся. Наши иностранные студенты, они очень активны в точке зрения организации различных мероприятий. Это и уже ставший таким региональным, городским региональным брендом фестиваль культур «Юниверсум». А многие другие, буквально вот в прошлый четверг прошел замечательный новогодний концерт, множество мероприятий. И, конечно, у ребят есть идеи относительно того, как, собственно, развивать их студенческую жизнь в будущем. Они хотят выйти с этими идеями и задать какие-то вопросы ректору. Вот, собственно, для этого мы сегодня и собрались. Я хотела бы сказать большое спасибо за такую поддержку, которую вы оказываете как иностранным, так и российским студентам. Я видела ребят, которые приезжали и вообще не могли говорить на русском. И я рада, что в нашем университете, а такого нет почти нигде в Нижнем Новгороде, что такая поддержка со стороны ректора, со стороны проректоров оказывается ребятам, которые приезжают из разных стран. Уже иностранные студенты в нашем вузе начали принимать участие в мероприятиях, различных мероприятиях на уровне Нижнего Новгорода, как в целом, да, и тоже некоторые студенты уже принимают участие в мероприятиях на уровне России. Это очень круто, этого успеха бы мы не добивались без неравнодушных и искренних сотрудников университета и замечательных тоже наших иностранных студентов, которые стремятся к лучшему и к саморазвитию. Спасибо вам, Олег Владимирович, спасибо вам, Александр Борисович, за сегодняшнюю встречу. Надеюсь, что эта встреча еще повторяется.